живые. Ну что ж, продолжаем наш марафон. Еще раз всех приветствуем. Спасибо за ваше поздравление в честь нашей, хотел сказать, юбилея. Ну, 3 года. Нет, не юбилей, конечно, день рождения. В общем, сегодня не только у нас день рождения. 3 года нам и 3 года... Нет, больше. Гораздо больше той группе, которая сегодня здесь продолжает наш марафон. Это группа «Знаки». Приветствуем всех вас. Всем здравствуйте. Бурными овациями, аплодисментами. Леша Юзленко, Сергей Письмиров и человек с удивительным именем Квазар. Я вдруг вспомнил сразу старые-старые фильмы про электронику, например, да, где у него кнопка. Это Квазар... вот он там и снимался, в общем-то. Да, он, собственно, в тот состав, который сегодня покажет музыкальные произведения коллектива, уникален. Всего 3 концерта было дано в таком составе. Да. А на радио так два даже, да? Два. А на радио так вообще ни разу. Никогда вы, не было, те, да, кто слушает эфир сегодня, ну, те, кто потом посмотрит видео в записи, те, кто потом послушает аудиоархив, конечно же, сглотнут, потому что, ну, как-то так, с сожалением, они этого живьем не увидели. А те, кто сейчас слушает радиоэфир, понятное дело, получают абсолютную сатисфакцию, потому что никогда такого еще не было. Спасибо вам за такой поворот. Вам спасибо, потому что, в общем-то, день рождения с днем рождения, получается, 2 дня рождения. Сегодня, да. Сегодня вот в данной концепции, вот в данном конкретном конфигурате получается, что 2 дня рождения. Нам 3 года, а сколько, получается, вы отмечаете тоже? Например? 10, да? 11 лет. 11 лет. Ну, ничего, так тоже, молодцы. Мне понравился вопрос в чате на YouTube. Ой, а что это, 2 часа, все трезвые. С днем рождения свое, спасибо вам. Ну, я отвечу на этот вопрос. Мы порядочные люди, и в радиоэфир никогда никто пьяным у нас не выходит. Правильно, тем более радио не передает, так сказать, запахи из рота. Часто все сдаешь, да? Не, ну я-то вообще не пью. Итак, этот час отдан вам полностью. Я, если и буду вмешиваться, то только так, ситуативно. А в принципе, ваше время, господа. Группа «Знаки». Спасибо всем огромное. И я, в общем-то, от лица, так сказать, от триличия вот этого динозавра, представляющего сегодня нашу группу, хочу поздравить свое радио с 3-летием, например, и выразить свою благодарность пицце, которую, я надеюсь, удастся попробовать сегодня. Вот сейчас довезу. Да, надеюсь, что очень это достанется все мне. Вот. И как бы хочу поблагодарить человека, который сегодня с утра встал и привез сюда гитару. Это, в общем-то, мой хороший друг. Зовут его Коля Скворцов. Это представитель, так сказать, культовой группы, которую пока еще не очень хорошо все знают, но тем не менее. Вот. Нулевой пациент. И, в общем-то, спасибо. И сегодня, значит, 2 дня рождения. Соответственно, мы, в общем-то, например, поехали. Поехали. А, песня там, «Орел» там какой-нибудь, да. Прости меня, моя, забытая навек, ненужная, как я, мой странный человек. Пойдем теперь со мной на лестничный пролет. Смотри над головой, я изобрел крылолет. На брошенной земле придурков, как песка, и лампочки сирен, и стянутые войска, и главный среди них считает до нуля. Мне кажется, что он это вот как-то так зря. Прости меня, моя забытая печаль, за то, что мы мертвы. Мне правда очень жаль, но вспомним или нет, убитый перелет, он все равно летел, наш золотой крылолет.
орел или решка, гремит под небом тележка, внизу косят, подняв руки, люди под всякие штуки. Орел или решка, гремит под небом тележка, внизу косят, подняв руки, люди под всякие штуки. А, вот, например, сюда же, в эту, да, говорим? Вот, это была замечательная песня, замечательная тем, что она состоит из... Замечательная группа, знаете? Да-да-да, ну это уже подразумевается, в общем-то. Замечательная песня, примечательная тем, что она сыграна, в общем-то, на двух аккордах, например. На аккорде ре и на аккорде ля. Вот, в связи с тем, что это, так сказать... Переходим... Это овации толпы, да. Да-да-да. От минимализма, так сказать, к максимализму. Следующая песня как раз из разряда тех, которых я вообще не помню никогда. Ну, количество аккордов больше, чем два. Это уже сложно, так сказать, для даже для шахматного, в общем-то, человека, который привык строить разные, так сказать, конфигурации нейронов в мозге. Но сейчас попробуем что-нибудь как бы... Ну, в общем, попробуем не забыть. А песня, например, называется «Река». Это все такое древнее, потому что сегодня день рождения, естественно, то, что я много говорю, это не значит, что я много психотропных веществ употребляю, но как бы вообще не пью, честно. Вот. Извините, вырвалось. Вот, и, в общем-то, сейчас пройдемся по старенькому, потом немножко новенькому, потом вернемся опять к «Потому что», еще про «Потому что» много расскажу, например. Я вообще могу очень долго разговаривать. Но пока, в общем-то, такие древние, так сказать, мелодии. Вот. «Река». Вершины гор в облаках спустилась между камней одна смешная река и попросила людей. Я тоже стану дышать, плясать и нюхать табак. Я не хочу вам мешать, и будет именно так. И вот добрые люди напали на реку, пробили колами бока. Чуки и геки идут по их следу, бинтуя ее берега. Добрые люди напали на реку, пробили колами бока. Чуки и геки идут по их следу, бинтуя ее берега. Воскреснув, все так болит, и жизнь ни разу не мёд. Она, конечно, простит,
это случайно, и вот она надела пальто, с улыбкой щурила глаз. Я где-то слышала, что нельзя убить второй раз, но только добрые люди напали на реку, пробили колами бока. Щуки и геки идут по их следу, бинтуя ее берега. Добрые люди напали на реку, пробили колами бока. Щуки и геки идут по их следу, бинтуя ее берега. Но только добрые люди напали на реку, пробили колами бока. Щуки и геки, идущие следом, лежат на ее берегах. Добрые люди напали на реку, пробили колами бока. Щуки и геки, ходившие следом, лежат на ее берегах. Ты говоришь, болтун, я тут тебя хочу расстроить в этой связи. Наталья пишет, да это разве много говорит, пишет Наталья. Вот тут, еще не вечер. Вот тут неделю назад были калифорнийские болтуны, знаки молчуны по сравнению с тем эфиром. Группа «Калифорния» была. Ага. Ух, там Вано, такой человек, которого, если не остановить, то, в принципе, он сам не сможет остановиться. Но у нас просто есть какое-то количество песен все-таки, поэтому я так... Знаки в акустике — это не просто обалденно, это просто ох, как красиво. Это, да, эксклюзив, абсолютно эксклюзив. Что-то я вмешиваюсь. Зачем я вмешиваюсь? Ты сам должен разговаривать. Отлично, отлично. Ты сам должен разговаривать. Да, вот я как бы что заржал, в смысле, засмеялся во время песни. Иногда так случается, особенно те песни, которые мы очень долго не играем, я читаю по бумажке. Потому что, в общем-то, память, конечно, не справляется с огромным количеством информации, приходящим нам из СМИ, так сказать, телефильмов и прочих, так сказать, вещей, которыми я сбиваю всю голову. И иногда выскакивают такие вещи, как «Чуки и геки, идущие следом, лежат». Вот. Это обычная тема. Поэтому не обращайте внимания, в наших песнях бывает так, что люди одновременно и ходят, и лежат. Вот. Это не ошибка, это специально, потому что опять я ничего не помню. Леша, если можно, я добавлю. У нас же, в принципе, получается, сегодняшний эфир — это обучающий, с подачей, с интересной. Начали мы с песни с двух аккордов, да, чтобы слушатель, который, в принципе, знает хотя бы два аккорда, мог уже учить песню. Я, если можно, признаюсь, тоже свой секрет открою. Конечно. Я, поскольку чаще всего звукорежиссер группы на концертах, у меня нет возможности играть с группой, и вот, как было сказано, в принципе, третий раз в этом составе играем, я тоже вот сейчас читаю по нотам и учу, и можно, в принципе, послушать, как от одного соло к другому у меня там больше нот попадает... Вот правильным образом они играются чисто. То есть у нас обучающий эфир вот для всех. Кто на виолончели в детстве занимался, берите виолончель, к концу эфира будете играть не хуже меня. Кто не занимался, Квазар привезет. Виолончель, будете заниматься. Вот сейчас мы можем, например, перейти к песне, например... Современной. Современной, да. Это более чем современное, так сказать, творчество группы. Серег, ты сможешь сыграть куплеты все, да? Да, не знаю, попробую. Ну, в общем, это отличная песня, которую мы тоже играем третий раз в жизни в таком виде. Я надеюсь, что всем она очень понравится, потому что Квазар только из-за нее, в общем-то, согласился на эфир. Вот. Называется-то как? А не важно. Два человека пытаются как-то решить. Задача живущих — встретиться и поговорить. Но разница между живущими в тысячу лет, и вместе они как бы есть, а как бы их нет.
Если первый напишет письмо и отправит конверт, он вряд ли когда-то получит обратный ответ. И вот двое уселись на один и тот же утес, свесили ноги вниз и понеслось. Один говорит: «Здравствуй, друг!» Другой отвечает ему, и вдруг что-то на общих их небесах сделало круг. И оба смотрели на самый верх, сверху сыпался детский смех, и оба узнали, что они — это один человек. Однажды на землю спустилась глубокая ночь, не слышно ни одной машины, и стало точь в точь, как если бы я был полностью опустошен. Да, я пустая коробка с наклейкою «Все хорошо». И сидя в холодном углу, как побитая масть, швыряя по комнате деньги, бутылки и всласть, смотрю на свое выражение со стороны. Часы прекратили движение и понеслась. Кто-то сказал мне: «Здравствуй, друг!» Я отвечаю ему, и вдруг что-то на наших небесах сделало круг. Мы оба смотрели на самый верх, сверху сыпался детский смех, и мы оба узнали, что мы — это один человек. Кто-то сказал мне: «Здравствуй, друг!» Я отвечаю ему, и вдруг что-то на наших небесах сделало круг. Мы оба смотрели на самый верх, сверху сыпался детский смех, и мы оба узнали, что мы — это один человек. Вкусный спонсор сегодняшнего праздничного марафона – «Пицца на Марсе». При заказе пиццы сегодня упомяните свое радио и получите скидку. «Пицца на Марсе». Костомаровский переулок 3, строение 6. Телефон 2055-936. Код Москвы 495. «Пицца на Марсе». Ну что, давайте продолжим. Если ты о пицце, то скоро подъедет. Пробки. Да, я жду. Я, в общем-то, только родители, как бы... Спасибо тебе большое. Нет. Спасибо. Ну, конечно. Нет, дело в том, пробила что пицца... Пробила тебя на честность, друг. Нет, пицца — это же, так сказать, приложение к празднику, правильно? А праздник, конечно, сегодня, в общем-то... Двойной. Да. Даже, я бы сказал, не двойной, а два праздника. Два праздника. Он нам 3 года, вам 11. Слились воедино. Вот получается, это удивительно. То есть нам, получается, 14 лет, по совпадение. Большому счету. Да, нам 14. Уже паспорт пора, в общем-то... Ничего нет. Другого нельзя, но, в принципе, паспорт можно. Значит, ну, это так, не для... Я так помню, что ты как-то говорил, что если не матом, то можно говорить, да? Не матом можно. Вот, то есть, если, получается, 14 лет, то есть, если с сегодняшнего дня нас поимеют обоих, то это уже не уголовно наказуемо, если по согласию получается. 16? Я не знаю, как ты, но я, например, на это не особо согласен. Я не имею в виду, в общем-то, каждого человека-то в отдельности. Ну что, сегодня, напоминаю, радиомарафон, группа, которая сейчас в студии, ну, как бы, получается, часть группы. Условно говоря, это некий акустический проект от группы «Знаки». Это самая важная часть группы. Акустический проект от группы «Знаки». Эксклюзив практически. 3-е выступление, 2 было концертно, и вот первый раз на радио. Дальше что? Давай пить. Вот, а теперь мы, в общем-то, переходим к теме дня рождения, в общем-то, например. Вот, но несколько, так сказать, в не очень хорошем ключе, потому что пока подарки не приехали, мы будем петь грустные песни. Вот, я очень надеюсь, что я вспомню, что в этой песне нужно заменить слово. Ты очень, пожалуйста, думай об этом. Да, я слова не забыть в этот момент. Вот, и, в общем-то, песня про, естественно, день рождения. Это автобиографичная, можно сказать. Нет, как это, биография? Не авто, это про меня, да? А вот как бы автор. Про знакомого мне одного человека, скажем так. Поехали.
попалась в руки книга, в ней так много картинок. История ребенка в шортах и без ботинок. Его даже любили, иногда даже нянчили, она косячит, не били. Его просто особенный день, он как-то взял и поник, украл фломастер в магазине и завел себе дневник, и никому не показывал, все время что-то скрывал, но я знаю, что я прочитал. Хотите — нет, хотите — верьте. Вчера я был на дне рождения и смерти, она меня посадила за свой праздничный ужин и не убила, даже ей я не нужен. Хотите — нет, хотите — верьте. Хотите — нет, хотите — верьте. Читал взахлеб главы про молодость, я обнаружил совпадение в предметах гордости, начиная с проституток в заброшенных хатах, доходя до мозгоубивательных препаратов. Кто-то взрослеет и кем-то становится, а для кого-то время как бы остановится, и он садится на корточки, закрывая глаза и читает как мантру свои же слова. Хотите — нет, хотите — верьте. Я приглашен на день рождения смерти, она меня посадила за свой праздничный ужин и не убила, даже ей я не нужен. Хотите — нет, хотите — верьте. Хотите — нет, хотите — верьте. Так получилось, я лежу на полу, все давно изменилось, а я как жил, так и живу. Запиваю водой заплесневелый сухарь и никого давно не жду. И мне не жаль, пора прощаться с тем, что видели зрачки. Я аккуратно в металлический футляр убрал очки, присел на корточки, как раньше, когда мне было 5, закрыл руками рот и нос и перестал дышать. Хотите — нет, хотите — верьте. Я прожил жизнь на дне рождения и смерти, она меня посадила за свой праздничный ужин. Благодарю, ну хоть кому-то я нужен. Хотите — нет, хотите — верьте. Ну хоть кому-то я нужен. Хотите — нет, хотите — верьте. Ну хоть кому-то я нужен. Какой я молодец. Вот. В общем-то, это было днем рождения, так сказать, днем рождевская песня, которая предвещает, так сказать, следующую песню, которая практически напоминает собой предыдущую, ибо будет сыграна в этом же составе. Следующую, так сказать, песню, я бы даже назвал фееричную композицию, в свое время перепел Вячеслав Геннадьевич Бутусов, который мне лично симпатизирует. Ну, я так надеюсь, по крайней мере. Ну, в смысле, он, ну, как это называется? То есть он тебе об этом не говорил, но ты надеешься? Не, вообще, я хочу сказать, что человек достаточно уникальный, потому что очень немногие люди, с которыми я хотел бы познакомиться, точнее, я хотел познакомиться с многими людьми, так сказать, верхнего, так сказать, эшелона, те, которые возле богов вращаются. Вот. И вот он как раз один из немногих людей, после чаепития, с которым достаточно осталось хорошее
впечатление о человеке, обычно все в другую сторону происходит. Хочешь с человеком познакомиться, узнаешь лучше, и понимаешь, что он полный тот, который вот в рекламе, да, извини, не успел. Вот. А здесь оказалось, что очень-очень такой достаточно увлекательный рассказчик, хороший человек сам по себе. И более того, как-то на одном из концертов, по-моему, на Красной площади, я проходил мимо, он сам меня встретил, подошел, поздоровался. То есть не я его узнал, а он меня. Вот. И было, конечно, очень приятно. И эта песня, несмотря на все то, что ее называют песней Бутусова, это наша песня, но я очень рад, что она попала к нему, так сказать, в уста. Вот. И дабы она дальше продолжила свое существование, мы сейчас ее переустим. Ну, вообще, конечно, хоть... забавно. Не я его узнал, а он меня. То есть ты подошел к нему, он тебя узнал, говорит: «О, Леха, ты говоришь, а ты кто?» Да, я сказал. Вот это у тебя был бы конец отношений с ним. Не, если анекдот по этому поводу такой. А, не надо. Нет, конечно, этому человеку я так не сделал бы. Есть несколько действительно человек, таких очень известных людей, от которых у меня сложилось прям очень-очень хорошее впечатление. Как есть и люди, при знакомстве с которыми думаешь, что лучше бы я их знал по телевизору. Вот, ну, честно. Потому что... Давай петь, потому что времечко уходит. Как называется песня? А это, конечно, «Фея». Вот. Семен, я знал, вот я вот, как бы знал, что я скажу про эту песню, а ты даже не знаешь, как называется. Ух! Вот. Ух! Хитро лежит на полу, как подбитая фея. Ей бы взлететь к потолку, но она не умеет. Не настоящая фея с глазами зверя. Ей бы взлететь к потолку, но она не умеет. Свой следующий ход ни о чем не жалеет. Ей бы вдохнуть кислород, но она не успеет. Не настоящая фея с глазами зверя. Ей бы вдохнуть кислород, но она не успеет. Ей нужен доктор. Настоящая фея с глазами зверя. Ей бы взлететь к потолку, но она не умеет. Не настоящая фея с глазами зверя. Ей бы вдохнуть кислород, но она не успеет. Thank you.
А, да, вот, например, это была песня. Кстати, если кто вдруг не знал, что это песня, вот это была песня. Вот, повторюсь, хочу еще... Я просто хочу, знаешь, что все время так смотришь на меня, как будто я что-то это... Честно, я очень с огромным симпатией отношусь. Вот, и ко всей радиостанции, я ничего неплохого не имел в виду. А что в моих глазах ты увидел? А, я не знаю, я когда про пиццу говорю, ты так сразу это... Да я сам жду, когда уже её привезут. Кстати, пробки московские. Недавно были в этом самом, в Самаре, остановили таксиста, багажник открываем, там бита такая лежит. Вот у него такие же были глаза, когда мы, значит, в багажник пытались... А, и булочки там лежали, мы хотели булочки стырить. Вот, и он вот прям так, то есть мы прям вот как бы... Как бы здесь. Ну что дальше? Давайте. Вот, а дальше как раз идет песня интеллектуальная. Сложное слово, да. Я вообще с этими словами, то есть я знаю слово «латентный». Это меня просто так какой-то чувак обозвал, я полез в энциклопедию и посмотрел, что это такое. Вот, выучил. И не латентный я, честно. Вот. И, в общем-то, я понимаю свой умственное, так сказать, развитие, уровень. Я понимаю, что я человек не очень умный, но иногда так случается, что строки складываются так, что мне кажется, что прям очень хорошая песня. Прям вот умная, прям приумная. Вот. И, соответственно, следующая песня называется «Умная приумная». Ну, то есть она как бы так не называется, но подразумевает под собой, что не только, так сказать, куплеты, под которые можно мне на сцене там поплясать, существуют еще какие-то вещи, под которые иногда я думаю, когда в нее ем. Ну, в общем, голова как бы у меня для двух целей получается. Вот, одна из которых вот умна. Ну, в общем, все поняли, естественно, что я хотел сказать. Давай уже. Когда все кажется ясно, причина и следствие, найдется и тот, кто вдруг изменит последствия. Все, что было понятной и бесспорной аксиомой, становится невнятной и сомнительной основой. Сверкнули молнии при солнечном свете. Многие бы вздрогнули, но никто ничего не заметил. И небо по-прежнему синее, и не началась гроза. Это просто кто-то один из нас успел приоткрыть глаза. Я читаю небо, как рассказ между строчками. Многие судьбы летают белыми точками. Есть еще непридуманные, среди которых моя. Я вдыхаю это небо в себя. Я читаю небо, как рассказ между строчками. Многие судьбы летают белыми точками. Есть еще непридуманные, среди которых моя. Я вдыхаю это небо в себя. И все затопталось следами. Теперь это явное место. Все, что раньше скрывалось годами, внезапно стало известно. И вдруг оказалось, есть тот, кто прожил один среди стен и просто так любил жизнь, ничего не имея взамен. Вот тут и приходит момент, как это обычно бывает. И ничего не получать в ответ со временем надоедает. И все становится прежним, как это было давно. Наверное, как происходит, так оно и должно. Я читаю небо, как рассказ между строчками. Многие судьбы летают белыми точками. Есть еще непридуманные, среди которых моя. Я вдыхаю это небо в себя. И я читаю небо, как рассказ между строчками. Многие судьбы летают белыми точками. Есть еще непридуманные, среди которых моя. Я вдыхаю это небо в себя. Oh.
А я читаю небо, как рассказ между строчками. Многие судьбы летают белыми точками. Есть еще непридуманные, среди которых моя. Я вдыхаю это небо в себя. Спасибо огромное. И, в общем-то, сейчас Квазар хотел что-то рассказать очень смешное. А, да, я расскажу что-нибудь смешное. Правда, для меня это сюрприз, поэтому... Да, видимо, тут поэтому уже можно посмеяться. Поэтому придумывай, выкручивайся, как можешь. А, да, можно выкручиваться. Хочу, ну, например, расскажу про знакомство с группой, как у нас это получилось, потому что периодически меня разные люди видят на концертах, иногда узнают, пару раз даже автографы брали. Очень приятно. Да, пусть берут больше. Наконец-то статус звезды обретаешь. Да, да, в третий раз, правда, ну, неважно. А в 2012 году... Спасибо, Квазар. Все, спасибо большое, да, до свидания. Ты это имел в виду? Я просто, честно говоря, я извиняюсь, что перебил, конечно, я понимаю, что тебе сказать нечего. Вот. Дело в том, что гитару предоставил мой хороший друг, это не реклама, конечно, Коля Квасов из легендарной группы «Нулевой пациент», но это мы с ним на 50 тысяч договорились просто. Вот, она сегодня с новыми струнами немножко расстраивается, поэтому, когда немножко ползет строй, Квазар будет рассказывать, как он с нами познакомился. Вот. Но он будет продолжать, то есть он начал было уже, что в 12 или в 14 году, а дальше он продолжит мысль. Кстати, вторая гитара акустическая сегодня, которая у Сережи, это гитара нашего сына. Артема, хороший инструмент, правда? Хороший. Черный такой. Да не, дело не в этом. Звучит. А я, кстати, ты знаешь, вот честно, я вот себе выбираю гитары по цвету. У меня вот есть Феня, и по весу даже. Феня у меня белый, потом Майонез у меня белая гитара. И, в общем-то, Гибсон тоже белая. И вот и только это вот единственное, из-за чего я и покупаю инструмент. То есть тебе не важно марка, модель, тебе важно, чтобы цвет был белый. Да, это вот самое важное, между прочим. То есть перекрась любой инструмент в белый цвет, и ты им заинтересуешься. Я уже заинтересовался, да. Алексей сегодня очень мил, пишет Теодор. С голодухи, видимо. Да. Все мы здесь милые. Ждем, когда приедет к нам пицца. Ну, пицца на Марсе ведь. А я уже видел через дверь, она уже приехала. Приехала. Так что пора эфир заканчивать. Подожди, секундочку. Подожди. Давай, продолжай, пожалуйста. Вот продолжаю. Любовь к белому. Вот этот белый медиатор был стырен здесь, честно говоря, 2 года назад. Здесь. Так, а помнишь, ты не опрометчиво сказал, тут стояла ваза с медиаторами. Значит, ты, он для вас и стоял. Да, и это, она, и, ваза. Да, и я спросил, а сколько брать можно? А ты сказал, сколько совесть позволит. Вот. И я помню, что я тогда был очень бессовестный. Вот. До сих пор пользуешься? 2 года пользуешься? Ну, мне еще осталось. Круто, какие у нас классные медиаторы фирменные. Да, вот. И поэтому ждем эту вазочку сегодня тоже после пиццы. Потому что заканчиваются, так сказать. Вот. Ну и для того, чтобы, естественно, продолжить нашу программу, мы должны что-нибудь, наверное, спеть. Естественно, хотелось бы. Да, вот, черт побери. Железный автобус с печальными рожами. На улице дождь вперемешку с прохожими. Под мокрыми куртками разные жизни встречаются. Но среди них есть одна, она от всех отличается. Она залипла на мне, мир превратился в экзотику. Мы смотрим друг в друга, как будто съели наркотиков. Я вспомнил, однажды мы были вместе, и что? Я обещал ей быть рядом, но что-то произошло. Ты извини, но мои планы меняются. Я помню, я обещал, но что-то не получается. Мы обязательно встретимся, только знаешь, в чем штука? Мы, наверное, не сможем больше вспомнить друг друга. Ты извини, но мои планы меняются. Я помню, я обещал, но что-то не получается. Мы обязательно встретимся, только знаешь, в чем штука? Мы, наверное,
сможем больше вспомнить друг друга. Я ломанулся на улицу, но в это мгновение в ломбарде напротив произошло преступление. Там кто-то отстреливался, орал и жал на курок, и пуля влетела мне прямо точно в висок. Но перед тем, как все вот это случилось, все во вселенной мгновенно остановилось. А мы о чем-то болтали, долго смеялись и корчились. Но мы уже знали, жизнь уже кончилась, извини. Но мои планы меняются, я помню, я обещал, но что-то не получается, мы обязательно встретимся. Только знаешь, в чем штука? Мы, наверное, не сможем больше вспомнить друг друга, ты извини. Но мои планы меняются, я помню, я обещал, но что-то не получается, мы обязательно встретимся. Только знаешь, в чем штука? Мы, наверное, не сможем больше вспомнить друг друга. Вкусный спонсор сегодняшнего праздничного марафона – «Пицца на Марсе». При заказе пиццы сегодня упомяните свое радио и получите скидку. «Пицца на Марсе». Костомаровский переулок 3, строение 6. Телефон 20-55-936. Код Москвы 495. «Пицца на Марсе». Ну, давай продолжим. Да, и, в общем-то, в связи с тем, что помимо, так сказать, всех праздников, существующих в этом мире сегодня, есть еще одно мероприятие, которое пройдет сегодня вечером. Это будет, например, концерт нашей группы «День рождения». Как выразился Андрей Яночкин, наш клавишник, нас сегодня придут поздравить. Хотя сам свалил, в общем-то, например. Его сегодня не будет. Слава богу, делить, так сказать, гонорар придется на меньшее количество людей. Не, это, конечно, шутка. На самом деле, на клавишах сегодня будет играть клавишник группы 7B, наши друзья и помощники, так сказать. Мы друг другу там время от времени помогаем, когда деньгами, когда, в общем-то, такси там. Один раз виолончелиста одолжили на нашествие. Да, когда? В прошлом году. Мы тебя? Меня одолжили. Да. Иногда квазары одалживаем. Как переходящий вымпел, что ли? Понятно. Вот. И я хочу сказать, что сегодня на концерте впервые в истории группы будет, например, спеты песни без цензуры. Совсем. А раньше ты этого не делал? Раньше делал, но сегодня будет по-особенному. А, то есть ты сегодня будешь конкретный смысл вкладывать. Даже в общем, это, у нас были случаи, когда я, например, на песне «Эксгибиционистки» делал, что делают эти люди. Сегодня я, в общем-то, по полной, так сказать, шестом, все дела, то есть... Вот. То есть ты готовишься к этому уже? Да, я уже купил такие труселя специальные, куда деньги складывать. Поэтому... Кого? Плащ купил, да, пусть палатку такую. Вот, да-да-да, поэтому сегодня будет, в общем-то... Где это будет? В крайнем случае, я не помню. Нормально. Лифстар, клуб Лифстар, это отличное место. Но если у меня не получится раздеться, то каким-то раздением, в общем-то. Это проще, я так понимаю. Да, и так что если есть желающие, пишите ВКонтакте, хочу раздеться, 5000 рублей и, в общем-то, пожалуйста. Наш марафон, праздничный марафон продолжается. Надо добавить к этому всему сказанному, что сегодня не только у своего радио юбилей, ну не то слово, юбилей это как круглая дата, день рождения, 3 года. Сегодня день рождения также у группы «Знаки», 11 лет коллективу, и сегодня у них концерт «Лифстар». Вечером приходите, а сейчас пока что они продолжают наш праздничный марафон. Песня с цензурой. Дай тебе бог, да. Плаща нет, я уже так начал вздрагивать. А я потом. Ну хорошо, поешь пиццу, а там разберемся. Потому что
ручками в руке, закрытой за туманом, в кожерном пиджаке, с оторванным карманом, листаю каталог, полезные страницы, кем бы я теперь бы мог заново родиться, все теперь вчера, все мои подружки, пляски до утра. Мягкие подушки, вот ты молодец, взяла меня, убила. Ты нехорошо, капец, со мною поступила. Все напрасно, каждый раз убивая меня. Она прекрасна, заплакана и прекрасна, прекрасна. Все напрасно, каждый раз убивая меня, она прекрасна, заплакана и прекрасна, прекрасна. Потому что мог бы стать врачом, с таблетками и бинтами, чудесным палачом, с душевными глазами, отличным другом для эксгибиционисток или расы, лучший тренер я девчонок-теннисисток. А я теперь лежу, едут вездеходы, привет, мальчишу, плывут пароходы, привет, мальчишу, едут поезда. Я закончился внезапно, мне теперь вообще... Все напрасно, каждый раз убивая меня, жизнь прекрасна, заплакана и прекрасна, прекрасна. Все напрасно, каждый раз убивая меня, жизнь прекрасна, заплакана и прекрасна, прекрасна. Все напрасно, каждый раз убивая меня, она прекрасна, заплакана и прекрасна, прекрасна. Все напрасно, каждый раз убивая меня, она прекрасна, заплакана и прекрасна, прекрасна. Спасибо, например. И, судя по всему, мы приготовили-то, в общем, 36 песен, но оказалось, что... 28 очень... только сыграли. Да, не, просто я много болтаю, оказывается. Не, вот. Замечательно, это очень хорошо. Сегодня праздник и у вас, и у нас, и да. у аудитории радиостанции, которая получает сейчас колоссальное удовольствие. Ну, кстати, их не поздравили, например. Сейчас поздравим. А мы успеем еще, у нас весь день впереди. Для мы это не поздравили. Подожди секундочку, для них это тоже сегодня праздник, потому что они вас в таком составе и в таком звуке никогда раньше не слышали. И в таком виде. В таком виде тоже. Эксклюзив, понимаете ли. Поздравь аудиторию. Дорогие, так сказать, радиослушатели, в связи с тем, что сегодня происходит, в общем-то, знаменательные события, я поздравляю всех тех, кто, вот, например, ИБО, и поэтому специально одел свитер с оленями. Вот. Тещи нет сегодня. Вот, поздравляю всех тех, кто слушает радиостанцию, и очень, так сказать, надеюсь, что... Все вообще отлично, что вам все нравится. А я скажу больше, я скоро песню напишу какую-нибудь, и вам вообще будет все нравиться прямо. Ибо она будет на первом, так сказать, хит-параде месте, и все время будет через раз звучать. И поэтому мы победим. Пой давай, как называется-то будет следующая песня? Это песня «Ностальгия». Все, естественно, люди в мире знают, что я недавно бросил, так сказать, вредные привычки. Такие, как курить, еще пока не бросил. Вот. Пить еще чуть-чуть осталось. Нет, нет, пить уже вот совсем уже не пью. Вот. Молодец. Поэтому осталось чувство, так сказать, ностальгии. Это как американцы уезжают и чувствуют, так сказать, ностальгию по родине, по своему дому, коврику, собаке, кошке. Я, так сказать, иногда чувствую ностальгию по вечернему, так сказать, состоянию, не по утреннему. То есть похмельный синдром ностальгии не вызывает. Но были моменты в жизни, когда все было прекрасно до поры до времени,
времени. И вот, вот пока черта еще не пройдена, вот эта песня как раз про всех наши, так сказать, состояния, в которых мы пребывали, например, в поездках по разным городам нашей великой Родины. Вот. Пора, да? Давай. Вода, прекрасный вид из окна, под шум железных колес меня везет паровоз. Когда я ем или сплю, я это в общем люблю. Мне как-то очень легко, но только помню, что ночью бродят по вагону три красавицы в погонах, отрывая от хрящей ноздри пальцами вообще. Все такие стильные, тетки брутальные, а мы с тобой синие, горизонтальные. Все такие стильные, тетки брутальные, а мы с тобой синие, горизонтальные. Еще есть аэропорт, всех приглашают на борт. Горит фонарь, пристегнись, и будет все зашибись. Как будто если я пень, если забил на ремень, все мы рухнем под мост, и оторвется хвост. В самолете между кресел чутко ходят стюардессы, непристегнутым друзьям отрывают ухи прям. Все такие стильные, тетки брутальные, а мы с тобой синие, горизонтальные. Все такие стильные, тетки брутальные, а мы с тобой синие, горизонтальные. И все такие стильные, тетки брутальные, а мы с тобой синие, горизонтальные. Все такие стильные, тетки грудастые, а мы с тобой синие, но в чем-то прекрасные. Ты переживал, что песен может там не хватить, что и как. Все нормально же складывается, правильно? К сожалению, да. Почему к сожалению? Не, на самом деле, действительно, акустика для нас это очень такой новый, так сказать, поле для деятельности. И поэтому все, что мы сумели, в общем-то, мы почти уже сыграли. Такое замечательное, времени почти не осталось, только на одну-то песню, и все. О, у нас как раз одна и осталась. Вот и все, час да, пролетел очень быстро и незаметно. Я тебе скажу так, может быть, я скажу тебе какую-то для тебя неприятную вещь, но в таком звучании, вот в таком составе и в таком звучании, некоторые песни мне даже нравятся больше, чем в электричестве. И мне. Понимаешь, какая штука? Да. Может, это все правильно, что ты завязал с этим всем зеленым змеем? Пить бросил? Да. Ты вышел на какой-то новый для себя уровень, возможно, Леш, правда? Да я боюсь, что мне извини, за этот уровень скоро табло набьют. Извини, что я тебе об этом говорю. Не-не, нормально. Я просто в таком сейчас состоянии нахожусь, когда жизнь как бы приобрела какие-то краски, я перестал шугаться по сторонам вот в этом состоянии. Угу. Вот, и начинаю очень много разговаривать. И время от времени говорю немножко лишнего. Вот, и я очень переживаю то, что, как бы, выходя из подъезда, я уже начинаю озираться по сторонам. Ну, смотри, Александра пишет, Аламова, вот, ну, вот уж синих-то я никак не представляла в акустике, сижу, офигеваю. Люди получают совершенно другой сейчас для себя, новый, абсолютно неведанный им праздник. Ну, просто потому что это, правда, звучит совсем по-другому. А какая у тебя финалочка? Что заготовлено на финал? Это песня «Сон», но мы ее не пели уже лет много. А чего так? Дело в том, что это у нас
Песня была... Сейчас я немножко расскажу такую внутренность группы. У Сереги есть инструмент, на котором постоянно рвутся струны. Ну, там за концерт бывает, что 1-2 раза рвутся. И поэтому у нас есть одна из песен, которую мы всегда ее оставляем. Мы ее в программу не включаем. И играем в тот момент, когда у Сереги рвется струна, чтобы он успел заменить. Эта песня обходится без него. Вот песня «Сон» в свое время, она была примерно тем же самым для барабанщика. Вот, он как-то ему приспичило очень здорово, и он пошел покакать. И во время концерта. А нам нужно было что-то как-то это дело. Ну, человеку плохо. Надо было песню назвать «Сон барабанщика». И мы, естественно, в общем-то, ее играли, и потом на такие моменты ее оставили. А потом, в связи с тем, что он перестал это вытворять. Он перестал есть. Да, и мы как-то вот она забылась. И сейчас вот на листочке «Квазар», спасибо тебе огромное, что распечатали. Вот. Так что сейчас мы ее вспомним. Если я буду ошибаться. Прежде чем вы ее вспомните, я кое-что скажу. Пицца на Марсе — это наш сегодняшний вкусный спонсор. Ты сейчас выйдешь из студии и отведаешь замечательные пиццы. Кстати, да. Всем рекомендую. Пицца на Марсе, Костомаровский переулок 3, строение 6. Можно заказать по телефону 2055-936, код Москвы 495. Если вы сегодня позвоните, например, заказывая пиццу и скажете свое радио, то, естественно, вы получите скидку. Ну и еще один очень важный, непременный момент, о котором нужно сказать. Вот эту первую часть нашего сегодняшнего марафона с нами как звукорежиссер замечательный провел Дима Казанцев. Спасибо, Дима, огромное за то, что ты помогал сегодня в той части, в которой люди слушают самое главное — музыку. Все, надо прощаться с тобой, с вами, ребятки-то, вы так быстренько сегодня... Пицца? Нет, секундочку, вы в студии выйдете, а там мы снова поздороваемся. Да, это я к тому, что прощаться с аудиторией, которая сейчас тоже облизывается и хочет пиццы. Дальше у нас в 4 часа группа «Конец фильма», а «Знаки» в таком удивительном для меня составе заканчивают сегодня программу свою... Какой песней? Песня будет называться «Сон». И, дорогие друзья, я прошу прощения у всех тех, кому я испортил настроение своим языком. Вот. А на самом деле, действительно, очень хочется пожелать на каждом концерте. Я не буду говорить концовку, потому что она матерная, все. Приходите и услышите. Но вот ту часть, которая без мата, я по традиции хочу всем сказать. Друзья, берегите, пожалуйста, то, что нельзя купить за деньги. Такие вещи, как здоровье, семья, дружба — это те вещи, которые очень легко потерять. И обратно приобрести практически невозможно. Возможно. Поэтому берегите вот это, и пусть это будет с вами всегда. И это самое главное. Ура! Еще раз с днем рождения. И вас также, ребята. Я имею в виду группу «Знаки», в которой 11 лет сегодня. Поехали. Странно горит свет, но я не вижу ничего. Больно, атмосферный столб мне давит на живот. Тихо так, что слышно через стык квартирных стеллажей. Звук, который снится машинисту на последнем этаже. Детям приснилось море и огромные киты. Мертвому почтальону, что он до сих пор жив. Самой красивой даме, что она осталась одна. Мне, когда я бросил пить, приснилась пинта буржуинского вина.
Богу приснился я среди свалки городов. А где-то ждет будильник, что заряжен чумаком на 6 часов. Странно горит свет, но я не вижу ничего. Больно, атмосферный столб мне давит на живот. До свидания. Живые.